Банде Гуру Падо Дандам Бхакта Винда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитхананда Садитам Шри Нанда Нанданам Банде Радхика Чарана Дайам Гопи Джана Самаюктам Биндаванам Манохарам Ванча Калпатару Ашаки Пасинду Бхавачу Патитананг Павуне Бхавайшна Вибхьо Намо Намаха Мукан Кароти Вачаланг Пангунланг Хайтигирин Ятки Патамаханг Ванде Парамананду Вандавам Бриндавиту Сидеп Вайпиявай Кесавасача Кришна Бхакти Паде Деви Сатта Баттвай Намо Намаха Нараяна Намаскритта Наранчайва Нараттама Девин Сарасватин Вясам Тато Джайо Мудира Шанкиртане Кришна Катхупадеса Гаурия Патрасья Пракаса Неча Саданурапта Гуру Бхакти Джукта Бхакти Прамадакша Джагодарана Дхайям Сада Парибхавагнам Авишта Духам Тритас Падам Сива Виринчанутам Сараньям Витаттихам Панатопала Бхавадипутам Банде Махапурушате Чарунаравиндам Ят Пада Паллавана Хачандамани Чатая Биспуриджита Кемапигабхавадуша Дарши Пурнанурагра Сасайгура Сарамурти Сарадхика Майкада Кифам Каруш Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддайта Галадхара Сивасади Гаура Бхакта Винда Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддайта Галадхара Сивасади Гаура Бхакта Винда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам Харе Рам 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 Харе Харе Аджануламбита Бхужау Канука Бодато Санкиртанай Капитару Камалая Такшо Вишам Бару Дижабару Джугадхарма Пало Банде Джагат Приякару Каруна Бхатару Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам Харе Рам 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 Харе Намами Ганге Тава Пад Панкаджам Сура Сурайр Бандито Диппарупам Бхуктин Ча Муктин Ча Дада Синитам Бхавану Рупе Насада Наранам Ганга Таранга Рамания Джата Калапам Гаури Нирантара Вибуши Твабам Бхагам Нараяно Прияманонга Мада Пхарам Варанаси Пурапати Бхаджавишанатам Ваги Саджуша Бадане Лакшмир Джасача Бхакшаси Ясьястехида Самбит Твам Нишингамахам Хари Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама Рама Рама
Tvam bhakti yoga paribhavita hissaro jvasase chutekshita patananunata pungsam jade jade dhiyata urugaya vibhavati tattadavapupanayase sadhanu grahayu Tvam bhakti yoga paribhavita hissaro jvasase chutekshita patananunata pungsam Yadi yadi dhiyato urugaya vibhavayati tattadvapu pranayase sadhanu grahayo. Gauriya Goshtipati, Srisila Bhakti Siddhanta, Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada. Gauriya Goshtipati, Srisila Bhakti Siddhanta, Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, Paramahamsa Jagadguru, сказал. У нас есть лишь один путь, при помощи которого мы сможем обрести связь с Апракрита Джагат, с трансцендентным миром. Шрила Прабхупада сказал, что для нас не существует иного пути обрести связь с Апракрита Джагат, кроме как слушание. Слушание Апракрита Шабда Брахмана, трансцендентного звука, который исходит с уст чистого преданного. Это единственный способ, сколько бы собственных усилий мы не прикладывали, все наши выдающиеся качества, навыки мы можем объединить в усилиях, обрести связь с трансцендентным миром, у нас ничего не получится. Мы будем стараться достигнуть трансцендентного мира, но взамен, вместо того, чтобы достичь его, мы получим пинок. Которые заставят нас упасть еще ниже. Так или иначе, мы должны зависеть от гуру и вайшнавов. Мы зависим от гуру и вайшнавов. Нам может казаться, что существуют какие-то способы помимо предания гуру и вайшнавов, но их не существует. Прабхупад объясняет, что чистые преданные — это мобильный, подвижный Гаудия Матх. Преданные, которые полностью посвятили себя лотосным стопам Гауранги Махапрабху, являются настоящим передвижным Гаудия Матхом. Куда бы они ни пошли, там проявляется Гаудия Матх. Я знаю, что вам сложно понять эту концепцию, сложно поверить в это, поскольку в ваших сердцах недостаточно веры. Но это истина. Настоящий преданный является передвижным Гаудия Матхом. Куда бы он ни пошел, там проявляется Гаудия Матх своей сиддхантой, своими наставлениями, своим примером поведения. Он является Гаудия Матх. Все, что бы он ни делал, он делает для удовлетворения Махапрабху. Несмотря на то, что такого преданного встретить можно очень редко, крайне редко можно встретить такого преданного, но все-таки у нас есть шанс. Как вы помните, вчера я перечисляла много признаков саду. Бхагаван Шри Кришна говорит Удаве.
При помощи этих признаков ты сможешь распознать саду. Но нам нужны точные характеристики. Точная формула, по которой мы сможем вычислить саду чистого преданного. И именно в этих строках перечисляются такие качества. В этой шлоке говорится, что практически невозможно оставить свое влечение к женщинам, деньгам и стремлению прославиться, стремлению к почету. Если вы не стремитесь к абсолютной истине, вы не сможете оставить эти материальные влечения. У всех нас есть подобный опыт. К примеру, если вы работаете, исполняете какую-то работу, вы, предположим, получаете 50 тысяч в месяц. Вы работаете на какую-то частную компанию, но вдруг вам предлагают другую работу, работу на государство, в большей компании, с большей зарплатой, где зарплата будет составлять 80 тысяч, и предоставят все возможные привилегии. Что же вы выберете? Согласитесь ли вы поменять работу? Конечно, поскольку люди, материалисты, как правило, погружены в поиски выгоды, в материальные наслаждения, поскольку они не знают о трансцендентном мире. Это в действительности единственная причина. Лишь потому, что они не имеют опыта, связанного с Господом, с Дхаммой. Они не понимают, что, какое благо они могут получить от соприкосновения с трансцендентным миром. В Гите сказано, что когда вы видите что-то превосходное, естественным образом вы отказываетесь от низшего. К примеру, если вы ежедневно едите рис и дал, или варите кичри, допустим, каждый день едите Джаганнат Прасад. То есть, если вы питаетесь очень просто, если вы едите один рис и дал, а вам предлагают Джаганнат Прасад, много вариаций различных вкуснейших блюд. Конечно, хорошо питаться просто, и мне тоже нравится такой стиль жизни, но, конечно же, если вам предложат Джаганнат Прасад, вы не сможете отказаться, вы предпочтете его. Если вам предложат каждый день принимать Джаганнат Прасад напротив храма Джаганнатха совершенно бесплатно, все, что вам нужно, будет просто прийти туда, где вас будут кормить.
Или другой пример. You are collecting honey. I mean those, you know, honeybees collecting from there. So tasty, so flavor. Предпочтете ли вы обычному меду, мед, который собирают пчелы на Манасароваре? Это очень редкий сорт меда. Лучший. Много лет назад Камала Пандит сказал мне раздобыть такой сорт меда и использовать как лекарство для глаз, поскольку я выполнял много публицистической деятельности. Это могло бы улучшить мое зрение. Я раздобыл этот мед и увидел, как, что он действительно превосходного качества. Пчелы, которые добывают этот мед, никогда не привлекутся испражнениями. Есть насекомые, которых привлекают испражнения, но пчелы, медоносные пчелы, выбирают исключительно ароматные цветы. Почему же люди выбирают такие низкие наслаждения? Почему они выбирают животноподобные наслаждения? Шукадев Госвами в Шримад Бхагаватам говорит, порой говорит очень жестко о материалистах, для того, чтобы исправить их. Удва Махарадж также спрашивает Кришну, зачем люди наслаждаются материей и настолько привязаны к этим наслаждениям, что не готовы оставить их. Как ослиха постоянно пинает осла, но он не оставляет, и он стремится общаться с ней. You are feeling some irresistible pressure. This kind of urge that you cannot. И он ничто не может поделать с собой. But it is only possible when это инстинкт. Actually, pure association, sadhu association. Но если вы обретете чистое, возвышенное общение, in two sense, if you can get the association of such pure sadhu, общение с чистым преданным, разовьете отношения, любовные взаимоотношения с гуру и вайшнавами, у вас есть все шансы отказаться от материальных наслаждений. Что же говорить о вас, о людях? Говорится, что даже уличный пес увидев, почувствовав аромат лотосных стоп Гауранги Махапрабху, никогда больше не отойдет от них, не привлечется ничем. Так что же говорить о людях? Итак, Шрила Прабхупада хотел прояснить, четко показать, каковы признаки саду.
Итак, в этих строках говорится, канака — это богатство, деньги, камени — это противоположный пол. Пратиштха — это последний пинок Майя-деви. Последний удар Майя-деви. И если вы устоите, если вы сможете его вытерпеть, его переварить и исправиться, вы достигнете успеха. Но 99,9% не способны на это. Они могут достигнуть финансового успеха, успеха в общении с женщинами. Как вы помните, я много раз говорил о том, что концепция так называемых преданных о том, что лишь общение с женщинами ведет к падению. Неправильно, совершенно ложная концепция. Я доказывала, что даже если физически человек не общается с... не состоит в неблагоприятном общении, он так или иначе может находиться в асатсанге, то есть в йошитсанге, неблагоприятном общении, запретном общении с противоположным полом. Когда вы занимаете нейтральную платформу, когда вы находитесь на границе, если вы сделаете хотя бы полшага в сторону, вы либо умрете, этот будет шаг либо к смерти, либо к жизни. Малейшее движение приведет в одну или другую сторону. Все равно, что оказаться на вершине горы, на вершине Гималаев, в ущелье, во время землетрясения. И легко можно упасть в пропасть. Четырнадцать, пятнадцать лет назад в Гималаях произошло нечто подобное. Произошло большое землетрясение, и все было разрушено. Это произошло, поскольку Шанкар Бхагаван был разгневан. Поскольку люди сделали из святого места место наслаждений. Место, куда они приходили отдохнуть, наслаждаться. И Шанкар Бхагаван в гневе разрушил все. Тысячи людей погибло. Практически никто не уцелел. И мой к вам вопрос. Если вы окажетесь на вершине горы, на краю горы, и ни влево, ни вправо вы не сможете сдвинуться, потому что в таком случае вы упадете. Станете ли вы в таком состоянии смотреть по сторонам и думать, «О, ты не дал мне то, чего я хотел, ты меня обманул?» Станут ли вас интересовать подобные темы? Будете ли вы думать о деньгах, славе, о чем бы то ни было в материальном мире? Вы будете думать лишь о том, как спастись. Вы будете думать лишь, «Бхагаван, спаси меня, я ничего не хочу».
Именно в таком состоянии, в таком положении мы сейчас находимся. Но мы этого не осознаем и продолжаем заниматься ерундой. Я могу доказать, что не только женщина является причиной падения, так же, как и противоположный пол, пратиштха может заставить вас спасть. Точно так же деньги, не только женщины. Именно поэтому Прабхупада проясняет. Проясняет этот момент. И теперь нам нужно задуматься, какой саду, с каким саду нам необходимо встретиться для того, чтобы спастись. Теперь, опираясь на то, что вы услышали, вы должны сделать заключение, какого уровня саду необходим нам. И взгляните, постарайтесь посмотреть на весь мир и найти хотя бы одного, хотя бы нескольких, кто по-настоящему следует Шриле Прабхупаде. Если он по-настоящему в точности следует ему, мы можем назвать его учеником Прабхупады. К Прабхупаде приходило много людей, преданных, но немногие из них по-настоящему приняли его наставление, его учение. Если кто-то горделиво заявляет, что на него не влияет Канака Камини Пратиштха Бхагани, то есть он не стремится к этому, это подтверждение того, что он вайшнавом не является. Прабхупад говорит, что тот, кто заявляет, что он великий вайшнав, пытается показать всем, что он великий вайшнав, он точно таковым не является. Настоящий вайшнав никогда не будет прославлять себя. Никто не может заявить, никто не может заявить, что он полностью превзошел тягу к женщинам, деньгам, почету, даже полубоги. А если кто-то заявляет подобное, это станет причиной его падения. Может стать причиной его падения. Как я уже сказал, если вы почувствуете трансцендентный вкус Божественного мира, вас оставит Канака Камини Пратиштха, то есть вас оставит материальные наслаждения, они вас оставят, не вы их. Когда Канака Камини Пратиштха почувствуют, что они безвластны над таким саду, они уйдут. Таков процесс. Не вы оставите их, не вы оставите Пратиштху. Вы никогда не должны говорить, я отказался от Пратиштхи, мне не нужна Пратиштха. Я превзошел этот уровень. Только тот, то есть тот, кто по-настоящему почувствовал вкус трансцендентного, почувствовал вкус к трансцендентному миру,
считает себя неспособным превзойти внешнее проявление майя. Кришна говорит Удаве, если преданный будет полностью сконцентрирован на моей харикатхе, ему открыты все пути. Шлока, с которой сегодня начал, очень важна. В ней преданные просят Бхагавана проявить свою сварупу в соответствии с желаниями преданных, в соответствии с настроением преданного. Куда бы мы ни взглянули, повсюду сварупы Ананта Дева. Если мы по-настоящему откроем свои глаза, распахнем в окружающем, в реках, деревьях и так далее, мы увидим проявление Ананта Дева. Поскольку все здесь и есть Ананта Дев. А чистые преданные являются сварупой Ананта Дева. Пожалуйста, просят Господа преданные, прояви свою сварупу в соответствии с настроением, с баджаном преданного. Здесь также говорится, что необходимо полагаться на Шабда Браман, который в таком случае прольет на вас милость, войдет через уши, войдет в ваше сердце и произведет там реакции. Произведет там революцию. Радхарани говорит Вишакхе, о Сакхе, кто это? Кто это воспевает Шьям Нам? Его имя входит в мои уши, проникает в сердце и производит там целую революцию. Я не могу взять себя в руки, я хочу увидеть его. Вы эти строки на Бенгали. Вы не хотите учить Бенгали, но учить Бенгали нужно. Гуру Махарадж говорил, если вы выучите Бенгали, вы почувствуете вкус. В переводе, через перевод вы не сможете его ощутить. Да, перевод — это хорошо, но гораздо лучше, когда вы можете понимать напрямую. Тот, кто полагается на Шрота, процесс таков, что вначале необходимо соприкоснуться
чистым преданным. Затем слушать и воспевать — это Бенгали, а вы не понимаете, что мне поделать. Нужно понять, что если вы совершаете шравана киртанам, это все равно, что поливать растения. То есть шравана киртана — это все равно, что поливать растения бхакти в своем сердце, создавая благоприятную среду для его роста. Итак, прежде всего необходимо слушать, и после этого вы сможете видеть, а не так, что с нетерпением стремиться увидеть то, что сейчас вы увидеть не в состоянии. Прабхупад говорит, что глупцы постоянно стремятся увидеть все своими глазами. Это природа обусловленной души. Даже когда она идет в храм, она смотрит на внешнее. О, вот этот храм так замечательно украшен, а этот совсем нет. Божества тут не так уж и украшены, не так уж и хороши. Так вот, это означает, что Бхагаван, божества, то есть Бхагаван, становится объектом моих наслаждений. Я хочу наслаждаться его внешним видом. Но кто мы такие? Бхагаван должен прийти и удовлетворить нас, удовлетворить наши глаза. Прабхупад часто говорил, что прежде всего необходимо понять, мы смотрим на божества или божества смотрят на нас. Это первое, что необходимо разрешить. Это фундамент. И тысячи преданных находятся в замешательстве по поводу того, когда падает ложный гуру, ученики в большом замешательстве. Но если гуру падает, если он несовершенен, что он может дать своим ученикам? Что он мог дать? Если бы мой Гурудев был падшим, то чтобы все, о чем я говорю, было бы глупостью. То есть я не мог бы говорить истины, не мог бы говорить. В моей речи не было бы намека на правду. Нам нужно бхакти. Именно поэтому мы
почитаем Шрилу Гуру Кишордас Бабаджи Махараджа. Хотя с внешней точки зрения он был неграмотным, но именно к нему мы обращаемся за сознаниями. Поскольку нам неинтересны красивые речи, лекции, мы хотим бхакти. Итак, практичное правило. Прежде всего, в преданном служении, в жизни преданного служения необходимо разобраться с фундаментальными понятиями. Darshan and the action of your drishti, what you are watching, objective of darshan, who is going to see? Кто, то есть, когда мы смотрим? Always think that you are object of enjoyment of Krishna. Мы наслаждаемся, когда мы смотрим на Божества, наслаждаемся мы или все-таки наслаждается Господь, глядя на нас? На самом деле, все в этом мире существует для удовлетворения Кришны. Итак, мы можем смотреть на прекрасное одеяние Кришны, Божеств, можем наслаждаться прекрасным образом Кришны с Радхой на качелях. Но Шридхар Госвами Махарадж говорит, что это огромная глупость. Это те, кто наслаждаются Кришной, наслаждаются божествами, наслаждаются Господом, глупцы, и никогда не смогут достигнуть совершенства, поскольку они не осознали основополагающих вещей. Сейчас, то есть мы не способны устроить лилы Рады Говинды, лилы игры, качелей, джулан ятру. Это всего лишь замаскированная кама движет нами, когда у нас появляется желание устраивать подобные лилы. Если в сердце есть кама, ваша духовная сестра или ваш духовный брат перенимает ее от вас. То есть это все равно, что инфекционная болезнь, инфекция, подобная коронавирусу, которая передается от одного к другому. Итак, прежде чем что-то делать, необходимо осознать этот момент, осознать, что наслаждается в этом мире Кришна. Мы хотим смотреть, видеть все при помощи материальных глаз. Но это совершенно от того, когда преданный при помощи слушания обретает квалификацию видеть по-настоящему. То есть процесс не таков, что вначале я вижу, а потом могу слушать. Нет. Прабхупада объясняет, что если мы будем опираться на свои материальные глаза, мы будем обмануты. Итак, прежде всего необходимо слушать из подлинного источника. Вновь и вновь. А затем у нас разобьется настоящее зрение, при помощи которого мы сможем видеть все таким, как оно есть. В нашем сердце появится
особая сила, которая будет давать нам возможность видеть все таким, как оно есть. И Бхагаван здесь проясняет этот момент для Удава Махараджа. Итак, вчера мы говорили о признаках саду, как его распознать. Вчера я также объяснял, что значит апраматта. Связь чистого преданного с трансцендентным миром. Эта связь никогда не прерывается. Они никогда не испытывают, чистый преданный никогда не испытывает вкуса, влечения к майе. Именно поэтому из его сердца льется сиддханта, харикатха. Харикатха подобна наводнению, которое исходит из сердца преданного, чистого преданного. Харикатха — это не то, что говорится ради почета и денег. Харикатха нисходит с трансцендентного мира. Это подобно связи интернет, которая существует в материальном мире. У чистого преданного есть такая же связь с миром трансцендентным. Это трансцендентная харикатха нисходит с духовного мира на уста чистого преданного. И, точнее, из сердца льется. Чистые преданные Сарасвата Гаудия Матха являются передвижными мобильными Гаудия Матхами. Так говорил Прабхупада. Вы можете увести чистого преданного в дремучий лес, и Гаудия Матх будет там. Совершенно неважно, сколько слушателей у такого чистого преданного, кто окружает его, ничто не может побеспокоить его сердце. Именно поэтому Парикшит Махарадж и не посчитал нужным убивать Кали. Он думал, Кали — источник зла. Однако в нем есть замечательное качество. Это качество не присуще ни одной из юг. Калер доса ниде раджан асти ек махан гуна. Калер доса ниде раджан асти ек махан гуна. Киттанат ева кришнасва мукта санга парам. Об этом же говорит Шукадев Госвами. Выдающиеся качества века Кали. Благодаря одной лишь санкиртане можно избавиться от всех оков материального мира и достигнуть трансцендентного мира. Поэтому Парикшит Махарадж решил не убивать Кали. Потому что неискренние будут обмануты. Мы видим, что в матхах есть те, кто неискренние. Они лишь спят, едят, смотрят в телефоны. Есть даже ученик Шрилы Бхактивинода Тхакура, который стал сахаджи. Hello. So, Prabhupada heavy.
Прабхупад был беспощаден к сахаджиям, никогда не шел на компромиссы с ними. Сын Бхактивинода Такура стал сахаджией, и Прабхупад был бескомпромиссен даже по отношению к своему брату. Конечно, у него не было материальных, родственных концепций. Он был очень строг по отношению к подобным вещам. В Сатья-югу люди обладают очень продвинутыми качествами. Но век Кали, те, кто неискренни, те, кто стремятся к чувственным наслаждениям, им ничто не поможет, они все равно падут. Так что же поделать? Поэтому Парикшит Махарадж не стал убивать Кали. Бхагаван говорит, что иногда преданный получает вдохновение в своем сердце следовать особому пути преданного служения, избегая наставления шастр. Речь сейчас идет не о сахаджиях, а в возвышеннейших душах. Они достигают такого уровня, когда испытывают особое влечение к Бхагавану, исполнять какое-то уникальное служение, особое служение. Хотя с внешней точки зрения может казаться, что они просто не следуют наставлениям вед. Но это лишь внешнее видение, это лишь видение материальных глаз. Такой преданный занимает высочайший уровень, находится на высшем уровне. Как существует три сравнительной степени, хорошо, лучше, замечательно, то есть наилучший. Превосходная степень. Около пяти дней назад я говорил о том, что яду выражали глубокое почтение. Несмотря на то, что они не послушали своего, несмотря на то, что он не послушал своего отца, его сын, его отец сказал: «Я уже стар, теперь ты должен исполнить мои обязанности».
И Яду отказался. Он сказал, нет, я не буду. Почему он так сказал? Ведь сын обязан слушаться отца. Веды прославляют положение отца, говорят о том, что необходимо почитать отца. Так же, как почитать родину. Да, нам может показаться, что в Ведах много противоречивой информации, противоречивых наставлений. Как это, почему Веды говорят, что мы должны с почтением относиться к родине, но что в действительности является нашей родиной? Сегодня мы родились в Индии, завтра родимся в России или в Сибири. Кто знает, кем мы родимся в следующей жизни, где мы родимся? Для нас гораздо более практично сражаться с майей, чем сражаться. То есть, да, это тоже неплохо, сражаться за родину. Может быть, что-то лучше, чем ничего, но... В Ведах есть замечательный гимн. Моя родина для меня дороже, чем выше, чем райские планеты. Так вот, как это в Ведах подобное написано. И как же примирить эти противоречия? С одной стороны, они говорят, что мы вечные души, а с другой стороны, говорят, что для нас родина выше, чем райские планеты. Поэтому Бхагаван и говорит, что если, прочитав все веды, Рик, Яджур, Адхарва, веду, вы так и не постигнете меня, не поймете, кто есть я. Я есть Веданта, говорит Господь. Я знаю сокровенные истины Веданты. И далеко не каждый способен постичь их. Как же понять эти строки? Как понять, что моя мать, моя родина для меня больше, чем райские планеты? То есть тут говорится, что мы должны пить чаранамриту со стоп своей матери. А если асаду говорят, что мы не должны привязываться к матери, они говорят, ваша жена, ваша мать, яд для вас. А это опаснейший яд для вас. Из-за них вы никогда не выберетесь из ловушки майя. Хорошо, прославляйте свою маму, пейте чаранамриту с ее лотосных стоп. Но какое благо вы от этого получите? Именно поэтому Наротам Дас Такур и в Читанчаритамрите об этом говорится. Говорится, что у вас могут быть, может быть, мать, отец, муж, жена, в каждой жизни. Даже у животных есть родители. Но в Читанчитамте говорится, что гуру и вайшнавов вы можете не встретить. Вы скитаетесь по этому миру с незапамятных времен и не видите выхода из этого круговорота. Но по невероятной удаче вы вдруг встречаете саду. Гуру-вайшнав нахимиле, бхаджо, хияй. From heart you try to
Поэтому вы должны служить им от всего сердца. Это единственный выход из нашей ситуации. Ни деньги, ни родители, ни муж, ни жена не помогут нам. Гопи отказались от всего этого. Отказались от всего ради Кришны. Бхагаван говорит Удаве. Говорит особые, сокровенные вещи Удаве. Ведь он неспроста решил послать Удаву, именно Удаву, к Браджавасе во Вриндаван. Конечно, с внешней точки зрения у Бхагавана был замечательный, разумнейший план. Он сказал: «Знаешь, Удава, гопи ужасно страдают во Вриндаване. Не мог бы ты поехать к ним и как-то подсказать им, как им избавиться от их боли?» Конечно, то есть Кришна не сказал: «Глупый, я отправляю тебя к Браджавасе, чтобы ты понял, что то, что ты знаешь, является ничего из себя не представляет, то есть является абсолютной глупостью перед ними, в сравнении с ними». Как правило, и риши, и сам Бхагаван никогда не говорят прямо. Потому что если они скажут прямо, для нас это станет большим ударом. И я тоже предпочитаю говорить не напрямую. Разумные смогут понять. А глупцы просто уйдут. О том же говорит Кришнадас Кавирадж Госвами в Чайтанья Чаритамрите. Он говорит: «Я не хочу особо говорить о сокровенных истинах премататтвы». Ведь глупцы все равно ничего не поймут. То есть я не хочу об этом говорить, но все-таки я скажу, ведь глупцы все равно ничего не поймут. Он говорит: «Я бы хотел рассказать об этом, однако глупцы станут неправильно интерпретировать все эти истины». Кришнадас Кавирадж Госвами был в замешательстве. Он думал, что он хочет открыть эти истины искренним преданным, но в то же время он боялся, что материалисты, неискренние материалисты, станут неправильно использовать его слова, станут Но в конце концов он стал говорить таким образом, что лишь искренние преданные могли понять, о чем речь, а глупцы просто ничего не понимали. Итак, почему же Яду выражается столько почтения? Ведь он не послушался отца. И в соответствии с ведами, это
заслуживают презрения. Однако все выражают почтение Яду. Дело было в том, что отец хотел наслаждаться жизнью. И он хотел заполучить молодость своего сына для того, чтобы продолжать материальное наслаждение. А Яду Махарадж думал, что если он сделает так, как хочет отец, он никогда не начнет совершать хари-баджан, а продолжит просто наслаждаться. В то же время я не смогу выполнять свое служение, если стану старым. Сейчас у меня есть молодость, и я могу следовать всем вратам, могу совершать преданное служение, могу совершать служение. А если я буду стар, я ни на что буду не способен. Итак, поэтому мы должны поддерживать здоровье в своем теле. Почему некоторые саду так сильны, так могущественны? Потому что они хранят брахмачарию. Они контролируют свои чувства. В Бхагаватам Яду называется Саттамаха. Ему дан такой возвышенный титул. Его не просто называют саду. Говорится, Яду Саттамаха, то есть Яду должен занимать высшее положение в собрании преданных. Яду самый возвышенный. Бхагаван Шри Кришна говорит, что иногда некоторые преданные пренебрегают наставлениями Вед, потому что в их сердце появляется особое вдохновение исполнять определенное служение, и они ничего не могут с этим поделать. А Бхагаван это одобряет. Он говорит, мне очень нравится такое. Такая искренняя инициатива саду. Если саду достиг такого уровня, когда в его сердце просыпается вдохновение, теперь я собираюсь пойти в Нилачала Кшетру и прошу всех вас пойти со мной в Пурушоттама Дхаму. Преданные из Бенгала собирались в Пурушоттама Кшетре к Чатурмасе. Все они стремились увидеть Гаурангу, свое сердце.
на пути с Бенгала к Парашоттама Кшетре. Они с энтузиазмом думали о их встрече. Шли все, и дети, и взрослые. Как вы помните, когда Махапрабху собирался во Вриндаван, преданные устроили так, что он пришел в Шантипур. Шачимата на протяжении 10 дней постилась, ничего не ела и не пила, после того, как Махапрабху оставил дом. Когда же до нее дошли новости, что Махапрабху в Шантипуре, она побежала готовить для Гауранги. Для Нитьянанды. В то время не было, там на берегу не было много лодок, но даже не умели плавать преданные, они бросались в реку и плыли, чтобы увидеть Гаурангу. Говорится, что среди этих людей, этих преданных, были даже беременные, которые не знали, как плавать, но они все равно в стремлении увидеть Махапрабху добирались до него всеми возможными способами. Было сильнейшее течение в Ганге, но они переплывали. Кто-то срубал ствол от бананового дерева, и оно не тонуло, и они, опираясь на него, переплывали. И никто не тонул, все переплывали и получили возможность увидеть Гаурангу. А теперь все преданные пришли в Пурушоттама Дхаму. Царь Джаганнатха, царь Парашоттама Кшетры захотел увидеть всех преданных. А Гопинат Ачарья сможет представить каждого царю, каждого из преданных. Вот это Адвайта Ачарья, вот этого Крешвар. Царь стоял на балконе дворца. Сваруп Гасай пришел с гирляндами. То есть царь наблюдал за сценой, как встречаются преданные с Махапрабху. Махапрабху бежал с одной стороны, а преданные бежали к нему. Мы многое потеряли с уходом нашей Гуру Варги. Мы лишились столького нектара, такого нектара. Мне повезло почувствовать, получить этот нектар. И сейчас, благодаря моим воспоминаниям, я как-то могу продолжать жить. Испытывать вдохновение. Царь, наблюдая за толпой, указал на Махапрабху. Кто это? Он так сияет. Гопинатх ответил ему: это царь. Ой, простите, это Гопинатх, это Адвайта Ачарья. Благодаря
молитвам Адвайта Ачарьи в этот мир явился Махапрабху. О, он так сияет. А это кто? Это Нитянанда, он Аватхута, не отличный от Гауранги. Это Вакрешвар Пандит. И так он перечислил всех преданных. По желанию Гауранги, все преданные пошли получить даршан Сударшана чакры, возвращающиеся на храме Джаганнатха. Затем приняли омовение, а затем пошли принимать прасад. Царь между тем спросил, куда это столько махапрасада вы несете? Ему ответили, собралось столько преданных, и всех нужно, каждому нужно предложить махапрасад. И существует такое правило, придя в дхаму, необходимо побриться, постричься, принять омовение и поститься. Поститься, а потом получить даршан Джаганнатха. То есть это правила, которые гласят шастры. Так почему же, удивлялся царь, они собрались принимать прасад, лишь придя в дхаму, еще ничего не успев сделать? И тогда Гопинат Ачарья сказал, в действительности это и есть косвенное наставление вед. Да, с внешней точки зрения говорится, что тот, кто приходит в дхаму, должен, прежде чем, пока он не получит даршан божества, поститься. Но они уже получили даршан Гауранги. Бхагаван написал веды, сам Гауранга, автор вед. И он, Бхагаван, приказывает, сейчас принимайте прасад. Так кому же они должны следовать? Кому же должны были следовать преданные? Шастре или самому Господу? И тогда царь понял особое настроение, скрывающееся в этой лиле. И тогда царь сам пошел раздавать прасад каждому. Он давал во много раз больше, чем преданный мог съесть. Он столько накладывал, что было достаточно накормить 5-6 человек. И Махапрабху также шел накладывать, разносить махапрасад. Преданные уговаривали его также вкушать прасад, но он хотел служить преданным, раздавая махапрасад. Так вот, если при помощи моей гуру Варги у меня получится развить настроение следования, настроение любовного следования Гуру Варги, Бхагаван будет ценить это гораздо больше, чем сухое следование шастрам. Итак, этот пример четко показывает то, о чем мы говорили ранее. Почему Яду Махараджу выражается такое особое почтение? Бхагаван говорит, что порой кажется, что чистые преданные уклоняются от следования наставлениям вед, потому что ими движет
любовное служение, любовные порывы служить особым образом Бхагавану. Несмотря на то, что существует много качеств, перечисленных Бхагаваном, которые характеризуют саду, Я привел много признаков, говорит Бхагаван, много характеристик чистого преданного. Но тот, кто осознал мою сварупу, мое сокровенное настроение служения, Удава, кто сможет осознать мое настроение, мою сварупу, кто я? Такой саду, служение такого саду, мне нравится в особенности. То есть мне нравится особенно. Завтра мы обсудим эту шлоку в деталях. 11-я песня — океан бесконечности, бесконечный океан нектара. И все, что нам нужно, погрузиться в этот океан. Если мы испугаемся его волн, и не захотим войти в воды океана, никогда не сможем принять омовение в нем. Это то, чему нас учит наша Гуру Варга. Волны не прекратятся. Они будут нахлынывать одна за другой. В нашей жизни будут появляться проблемы вновь, Но необходимо быть искренними и полностью сосредоточенными на Харикатхе и Киртане. И тогда я гарантирую, что в таком случае, если вы будете искренни, вы достигнете успеха. В противном случае нет никаких гарантий. Твам бхакти йога парибхавита ситса рожасаси шутекшита патхо нанунат пумсам яд яд дхият ургая вибхавайати тат тад вапу пранаясе шадану грухаю вача карпатарусе кипасинди бхавачи патитанам павана бхо вишна бхюна. If whole world can hear this absolute truth, then in the name of Prabhupada I can put guarantee. They can come. But я гарантирую, что если что весь мир сможет обрести успех, что
весь мир сможет обрести успех, если будет слушать абсолютную истину. Usually they are very simple. They don't like to, but they are in trap of my, but they can do. So you do some kirtan for 5 minutes. It's very good. No. Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Hari bol, Hari bol, Hari bol, Nitai Gaur Hari bol, Hari bol, Hari bol, Hari bol, Nitai Gaur Hari bol, Hari bol, Hari bol, Hari bol, Nitai Gaur Premanande Hari. Always try to think deeply. Старайтесь мыслить глубоко. Прежде чем ложиться спать, необходимо глубоко задуматься о том, что вы услышали сегодня. Я гарантирую, что если вы будете искренними, то достигнете успеха.